В таком составе сборная Бурятии практически впервые вообще вот выходит на тренировочные сборы, да? Вышло. Ну, правильно будет сказать, что вот действительно в таком составе впервые на Байкал мы выехали. Вот это очень хорошая спортивная база, наша спортивная школа вот здесь, полностью название этой школы. Ну, у нас около 50 человек сборная по среди мужчин и среди юниоров. Юниор тоже скоро уезжает на финал России, город Наратоминск под Москвой. И вот здесь, конечно, все условия созданы. Я даже не знал, что у нас вот такая есть. Я первый раз вообще здесь сам. Ну, ребят приезжали, борцы. И вот, такой хороший коллектив, особенно повара, вообще такие, все четко здесь отработано. Самое главное. И вот спортивные, смотрите, площадки такие, вообще вот жилье вообще очень комфортабельное. Ну, естественно, Байкал, сауна, и мы туда после тренировки. Ну, хотелось бы поблагодарить вот наши спонсоров, Байкальский горно-рудный комбинат, который вот нас уже около года спонсирует все наши поездки и вот подготовки. Я должен сказать, что вот спасибо большое вот этому сотрудникам вот этого спортивного лагеря. Я немножко свое мнение скажу, высказал ГОСТу, немножко отработать вот борцовские ковы там. Сейчас вы пойдете посмотрите, но мы сейчас не можем на ковер выходить, видите, только этим можем заниматься. Кроссу подготовку, плавание, мы паримся, ну, дышим воздухом нашим бурятским, байкальским. Спасибо, что вы приехали, посмотрели, действительно, вся сборная здесь. Правда, Саша у нас приболел немножко. Ну, сейчас мы вчера, траурный момент был, вы знаете, мы Сергея Замбалу похоронили. Конечно, ребята расстроены, с моей стороны, но тем не менее, все-таки, я говорю, ну что делать, жизнь такова, как ушел наш один из лидеров. Тем не менее, все приехали, работают. Насколько готовы сейчас вот спортсмены, насколько сборная готова к предстоящим стартам? И... К сожалению, должен сказать, еще они не готовы. У нас еще приедем, уже там гостиница Сити Парк уже мы забронировали. После этого неделю отдыхаем. Там опять начнем на парке ЛВРЗ, там будем также еще на улице работать. Ну, она нас не разрешает контакт идти. Вот так этим заниматься. Но я думаю, когда разрешат, ну, хотя бы быть готовым в общефизическом плане. Я думаю, что это нормально будет. Как скажут добро, мы на ковер вылезем и будем там готовиться дальше. Спасибо, что приехали вы. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо, да.